Здравствуйте, виноградари! С вами снова Юрий Егорутин. Сегодня 25 июня 2021 года. Решил вам показать результаты прививки. Прививка черным в зеленое. Прививал очень тонкими черенками, 3-4 мм в диаметре. Прививка была в расщеп зеленого черенка, а так как диаметр побега в подвое уже был довольно большой, около 8, либо там даже 10 миллиметров кое-где, то пришлось совмещать всего лишь одну сторону. Но, по крайней мере, вот через 2 недели пока что все прививки живые. Не знаю, как они будут дальше, какое там будет срастание. Ничего не открывал, ничего пока что не смотрел. Единственное, пока что вот удаляю всю поросль, которая идет ниже прививки, чтобы не было никакой конкуренции. Но, как мне кажется, пока что рост довольно неплохой. Интересно, что в один зеленый побег я даже прививал 2 тоненьких черным в зеленое. Пока что даже они живые. Посмотрим, что будет дальше. И как видно, практически на всех побегах появились соцветия. Причем вот на этом побеге 2 даже очень мощных соцветия. Поэтому вот даже сейчас я верхнее удаляю. Даже не знаю, стоит ли оставлять. Вообще, вот этот куст, на который я привил, он у меня находится в не очень хорошем месте. Поэтому, скорее всего, что эту прививку я даже оставлять здесь и не буду. Поэтому вызреет она, либо не вызреет, ничего не могу сказать. Но вот сейчас по одному соцветию на каждом побеге я удаляю. Технологию рассказывать не буду, потому что сам на том этапе, когда еще делиться опытом, наверное, будет рано. Но, тем не менее, если будут хорошие результаты вот по этой прививке, то, скорее всего, что сниму ролик и по прививкам. На моем канале не было ни одного еще ролика по прививкам. Связано это с тем, что, ну, во-первых, я не перепрививаю свои кусты, я не гоняюсь за новинками. Обычно прививками занимаются, ну, в последнее время очень часто, когда покупают новинки и стараются очень быстро получить результат для дальнейшей реализации обычно посадочного материала, черенков и саженцев. У меня такой необходимости нет, поэтому, в общем-то, прививками я никогда и не занимался. А с вами был Юрий Егорутин. До скорой встречи, до свидания, пока.